Ляскельский детский сад рассчитан на 110 мест. Штат работников подобран. В ближайшее время учреждение примет 70 воспитанников. Также места в детском саду предложат жителям ближайших поселений Питкяранского района. Как доложил Артуру Парфенчикову министр образования и спорта Роман Голубев, открыть детский сад планируют в августе. Роспотребнадзор, он уже выходил, осматривал детский сад на предмет соответствия всем требованиям и самого здания, и оборудования, и помещений, и мебели, и так далее. На сегодняшний день процедуры завершаются, лицензия будет выдана буквально за 1-2 дня после завершения работ Роспотребнадзора, и к августу планируется открытие учреждения. На территории детсада глава Карелии обратил внимание на ряд недостатков, которые необходимо устранить. На нескольких участках требуется переложить асфальт, переделать поребрики и ливневку. Ход работ по поручению Артура Парфенчикова будет контролировать республиканское Минобразование. Неужели Роспотребнадзор вот это пропустит? А? Целостное покрытие есть. С точки зрения покрытия, то нет. С точки зрения покрытия, но ребенку стоит здесь упасть, у него коленка будет вся в крови. Детский сад в поселке Ляскеля был построен в ноябре прошлого года. После его ввода в эксплуатацию Роспотребнадзор выявил нарушения. К настоящему моменту их устранили. После качественного обустройства территории детский сад в поселке заработает. Алексей Неживенок, Алексей Миронов, служба новостей.